Почему больше женщин-руководителей в России? Я бы так не сказал бы. Ну, а почему бы нет, если женщина умная, грамотная, и она свою профессию знает хорошо и может руководить той или иной компанией? Я считаю, что это неплохо. Пусть таких женщин, грамотных, умных, бизнес-леди, будет в России больше. Есть, конечно, сферы, где женщины лучше справятся. Это, например, я думаю, что это сфера медицины, да, где первостепенно какие-то качества милосердия. Там, потому что, к сожалению, у нас очень часто врачи и медицина встает на бизнес-лыжню, и там уже никакого милосердия не может идти речь. Наверное, образование тоже, скорее всего, это женское направление. Никто не думал о том, что придет 21 век, и женщины посмотрят на мужчин, сидят они дома, эти милые, красивые женщины, ждут, пока мужчина встанет на защиту и так далее. А наши мужики настолько обленились, настолько не хотят делать, не хотят стремиться, не хотят париться, не хотят напрягаться, что женщина на это посмотрела и решила, что чего я буду на него надеяться, если я могу сама сделать. В истории есть женщины, которые поднимали за собой огромные массы, но есть также и женщины, которые были просто исчадия ада. Это очень большая проблема мужчин. Я думаю, мужчинам надо все-таки взяться за голову, потому что я думаю, что скоро просто они будут не нужны. По большому счету, лишь бы это был профессионал, лишь бы это был образованный профессионал. И самый первый пункт – патриотизм.